Так, все, здравствуйте, коллеги. Сейчас мы буквально покажу на компьютере, как зайти на видеомост и в дальнейшем пользоваться им. Переходим. Видеомост.ком. Я, в принципе, там зарегистрирован, но надеюсь, все-таки будет без проблем. Ладно. Так. Выбираем тарифы. У нас переходит на clouds.videomost.com. Нажимаем «Войти». Заходим. У нас есть... Мы попадаем на вкладку «Сразу назначить конференцию». Выбираем обсуждение, там название конференции, к примеру, математика. Математика. Вводим ID. Тут вводим пароль. И, как говорится, запускаем провести конференцию сейчас. Не назначить именно конференцию, а провести ее сейчас. В последней части вот я заметил, что у некоторых появляется проблема с видеоконференцией. Но сейчас давайте запустим. Вот. При создании конференции у нас есть два типа вариантов, как мы можем предоставить ребенку зайти в вашу же конференцию. Либо вход по ссылке автоматом, то бишь он автоматом выдает ID и пароль, либо отправляем детям вот это вот, то бишь ID конференции и пароль к самой конференции. И нажимаем «Войти в конференцию». Вот, он у нас запускает конференцию саму, получается. Все очень быстро, все очень просто. В настоящее время вы являетесь единственным участником данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Вот. Если же вдруг вы забыли взять именно вот эту ссылку, либо же, ну да, к примеру, ссылку, вы можете скопировать ее здесь, либо нажимая на эту иконочку, также можно скопировать ссылку и отправить уже, как говорится, детям. Ну вот, мы, допустим, провели вы конференцию, завершаем. Завершить конференцию для всех. Нажимаем «Выйти». Мы появляемся вот в такой вот штучечке. Вот, к примеру, была математика у нас там. Что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в журнал конференций. И здесь мы видим, что у нас есть, получается. Например, у нас ID конференции вот такой был. Ну или какой вы сами придумали. И пароль к нему же. Чтобы в дальнейшем, к примеру, вы не создавали постоянно каждый раз новый ID, а именно используя тот ID, который у вас был, вам проще зайти в журнал конференции, удалить все ваши конференции, которые у вас были, для дальнейшего использования одного и того же ID. И, как говорится, пароля к нему. Ежели вам предлагают скачать... Сейчас покажу. Ежели вам предлагают скачать что-то из этого, ну, не стоит. Вот не надо лишний раз нагружать систему ненужной программой. Оно вам не надо. Ваши данные и так уже есть везде в интернете. Вот. Так что
Если есть какие-либо еще вопросы или нужна помощь в запуске видеомоста, видеоконференции, обращайтесь. Как дети попадают в вашу же конференцию? Сейчас я покажу. Например, у нас конференция будет там цифры какие-нибудь. Сейчас придумаем. 1987-04-01. И пароль конференция. 89-01-02. Провести конференцию сейчас. Вот, у нас есть ссылочка. Мы копируем эту ссылочку. Войти в конференцию. Наша конференция будет называться вот пока так, 18.01.21. Запускается конференция. Видеомост. В настоящее время вы являетесь единственным участником в данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Вот, ребенку мы отправляем вот эту вот ссылочку, либо же ID и пароль. Но проще мы отправим ребенку ссылку. Вот, копируем ее. Ну и, допустим, я захожу под ребенком, мне надо зайти в данную конференцию. Вставляем данную ссылку в браузере. В другом параллельно мы уже не являемся преподавателем, мы просто якобы заходим от имени ученика. Вот. Ну и что за ерунда была? Вот, смотрите, у нас есть ID конференция, пароль конференции. Нам осталось только ввести имя ребенка. К примеру, Марат, допустим, Аджибаев. Ну, я просто привел пример. Нажимаем «Войти в конференцию». То бишь, под преподавателем мы сейчас будем видеть, что у нас зашел ученик. В данный момент пока я один. Ждем ученика. Здесь, если вылазит окошко с просьбой разрешить или блокировать микрофон, мы разрешаем. Так же самое мы разрешаем использовать камеру. Иначе нас не будет никак не слышно, так и не видно. Вот. Мы уже зашли на данный видеоурок, то бишь, к нашему преподавателю. Вот. Организатор, я, то бишь. И у нас есть Марат Джибаев, участник. Вот. Мы можем ему выключить звук, видео. Отключить докладчика, отключить участника, удалить с конференции, временно отключить, настроить настройки пользователя. Отключить звук, отключить видео, отключить чат. Управлять компьютером пользователя. Например, настройки пользователя. Пожалуйста, подождите. А, понятно. Наш пользователь не зарегистрирован, поэтому мы не можем его настроить. Хорошо.
Вот в данной ситуации это очень-очень просто. Мы просто отправляем нашим детям ссылку, то бишь через портал для учеников. И все. Ежели ученику нужно зайти именно как получается. Если, к примеру, ученик знает ID и пароль, нам, что нам нужно сделать? Здесь выйти из конференции. Приветствуем вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». В настоящее время вы являетесь единственным участником данной конференции. Подождите, пожалуйста, присоединения других участников. Данное оповещение дается, говорится, тем людям, у кого, к примеру, один участник. К примеру, мы знаем ID. Нам просто нужно перейти на портал sasvideomost.com. И у нас автоматом попросят либо зарегистрироваться, либо войти в систему. Нам надо просто присоединиться, к примеру, к видеоуроку. Он вбивает свои. Получается, давай сейчас полностью покажу. Заново. Вот, у нас есть ID конференции. Заходим, берем. ID конференции. К примеру, пароль у нас 890103. И, к примеру, имя Маша или Мария Петровна. Допустим, и войти в конференцию. Неверная идея или пароль конференция. Странно. Интересно. 89.01.02.1.03. Извиняюсь, мой косяк. Нажимаем войти в конференцию. Все, мы находимся в конференции. У нас идет урок. Мы общаемся с преподавателем и общаемся с участниками нашего видеоурока. Все просто и очень легко. Завершить конференцию. Выйти из конференции. Приветствую вас в сервисе интернет-видеоконференции «Видеомост». В настоящее время вы являетесь единственным участником данной конференции. И также завершаем конференцию. Подождите, пожалуйста, присоединение. Выйти. Вот. Закрываем данную вкладочку, идем в журнал конференций, допустим. У нас здесь одна конференция. Мы ее просто-напросто удаляем. И радуемся жизни. Все.